Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ян Райнс, и мы с вами продолжаем выживать в Horror Survivor под названием Гектор. Итак, мы оказались в наших родных четырех стенах, где, собственно, я и предполагал, что мы должны оказаться, и теперь мы с вами все-таки пытаемся, наконец-то, выбраться из нашей западни. Нас продолжают активно пугать различными страшными саундами, но нам, в принципе, с вами наплевать же, правильно? Мы же с вами не такие простые. А вот если зомбари опять какие-нибудь выйдут, то да, мы с вами сыканем. О! Отлично! Все, я спать. Нормасик. Все, отдохнули, можно продолжать это дело. Почему нам опять плохие? Давайте еще сожрем пару таблеток. Все, нам снова отлично, нам снова зашибись. Давай мы это дело отворим. Как это нам не зашибись? Отлично, у нас есть еще с тобой 13 таблеток. Да мы жируем. Давай сожрем еще одну. Даже две сожрем. Нам просто отлично было с тобой. Знаешь, забавно, но нам это не помогает. И че, все? Приплыли. Так, а... А вот это бы дело как-нибудь можно? Смотри, это дело можно открыть, но... А стул-то как убрать? Проблема-то в том, видишь, что... Он не может никак не прыгать, ничего делать, то есть... И со стулом-то я не могу взаимодействовать. Немножечко огорчает этот момент. Хорошо. То есть у нас сама тупая камера, как ты видишь, да? У всех более-менее он. Нормальный пол, хорошая мягкая кровать. Стены жестенькие, там тоже он неплохо. А у нас без кровати, без пола. На добром слое все держится. Тут даже вон, смотри, двойная. Кто-то даже был с компанией. И в картишки поиграть, и все. О! Смотри, сама открылась. Хорошо. Чего? Чего такое? Че за страшные звуки тут, Так, первым делом свет мы включим. Опа! А хрен там плавал. Ну хорошо. Дышу. Не вопрос. Дайте кофе, твою мать. О, смотри, какой майк. Раритетный. На себе забрать, поставить. Ну открывай, ну. Че это? Смотри-ка, какие таблеточки, а? Что это за колесики? Нельзя, да, покатать здесь? Жалко. Хорошо. Так, опять открылась сама. Окей. Ну, это не страшно. Так, узнаешь, да, вот эти царапины? Будем проверять их. Сейчас зайдем, нас закроют, смотри, как чувствую, ну. Ой. Походу, что-то зацензуривать придется. Так, что у нас тут? Не, все нормально, да? Хорошо, хорошо. Так, продолжаем. Че тут? Ничего? А тут что? Тоже ничего. Че, кто? Кто сказал? Выходи. Ну что вечно за трусы эти привидения, да? Только из-под тишка там могут... Эй, бич, бич, иди сюда, бич. А сами нифига не могут. Не, чтобы в лицо выйти сказать, я привидение, я тебя напугаю сейчас. Давай один на один. Го, раз на раз. ПВП или зассал? Давай, давай, давай. Давай, 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 смелее, ну. Чё у нас тут? Стойте. Так, открыто, нет? Не, а закрыто. Хорошо. Не вопрос. Тоже закрыто, да? Ну, один вариант, только вниз. Погнали. Ну, а что делать-то? Оу! Здрасте! Здравствуйте, здравствуйте! Фастер, фастер! Какой нахрен фастер? Эй! Идрила! Беги, 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 беги! Жри пилюлю, жри!
Жри пилюлю, тебе что так хреново? Да жри, жри таблетки, твою мать! Так, где этот молодой человек? У-ху! Ну мы ж сожрали, сколько можно жрать пилюли-то? Не ори, баба. Батарейки закончились у нас, давай юзанем. Хорошо. Хорошо. Так, тут есть какие-нибудь ништяки? Нам бы еще таблеток не помешало. Так, ну смотри, мы слышим голос бабский, но нас преследует какой-то странный трупецкий, наверное, мужик, скорее всего, в штанцах. И пытается нам что-то сделать. Так, генератор энергии. Ну мы вроде бы как подали оба, да, но... Что такое? Спокойно. Мы разбираемся. Так, первый готов, хорошо. Так, а если... Нет, все, нормально. Первый работает, хорошо, а как второй-то нам подать? Это дело никак не взаимодействует? Хорошо, давай посмотрим, что у нас со вторым, почему он не работает. Так. Мы опять нашли какую-то коллекционную баночку или что-то там такое. Я чуть не обратил внимания. Так. Авторизуется только персоналом. Хорошо. Я так понимаю, здесь не только персоналом она авторизуется, но и она еще авторизуется вот двумя вот этими рубильниками. Ну, первый мы с тобой запустили. Что со вторым? Так, этой стены я тут не помню. Так, давай посмотрим, здесь мы что-нибудь можем включить? Нет, да? Хорошо, давай тогда разбираться с рубильниками. Так. Давай попробуем начать тогда, знаешь как? Вырубим нахрен первый, вырубим нахрен второй. Теперь включим второй. Начнем это делать с него. Ничего не работает. Включим первый. Теперь у нас ни хрена с тобой не работает. Так и чё? Так, ну-ка, а, вот, смотри, первый заработал, хорошо. Ну, второй. Я тебя прошу, заработай. Все нормально, чист горизонт, хорошо. Ты куда же щелкнуть-то? Куда же, мать твою, щелкнуть-то? Я хотел, конечно, вместо загадок здесь такую, знаешь, комбинацию при Six to Win, но... Но что-то не получается. Так, хорошо, попробуем. Так, вот это дело. Не включается, да, при любом раскладе? Собака, так, а первый? Ну, 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 ну! Давай! Хорошо, первый у нас включился, я понял. Второй, значит... Видишь, да, вот эту штуку? Чем бы в нее стрельнуть-то? Ну, я понимаю, да, в чем причина. Причина, видишь, вот в этой... В этой вот, даже не знаю, что это, труба, наверное, да, металлическая. Наша с тобой задача, короче, что сделать? Не подобрать, да, никак? Наша с тобой задача вот эту штуку взорвать, наверное, и вытащить вот эту хрень.
Хорошо, давай. Попробуем разобраться. Что у нас здесь есть? Что мы пропустили? Так, нет. Нет. Что у нас есть по инвентарю? У нас есть только... пилюли и фонарик. Здесь у нас все на месте. Тут у нас все работает. Ну, я бы, конечно, на самом деле это просто сделал. Я бы это делал зажигалкой поджег. Но видишь, не хочет. И беда в том, что у нас здоровье, ты видишь, падает. Хорошо, у нас опять затуп. У нас опять затуп. Твою же ж мать, а? Что же делать, что же делать? Так, тут есть что-нибудь? Так, а вот с этим-то что взаимодействие какое? Так, давай юзанем таблеток. Парочку. Тут нам не плохело. Так, погнали. Еще раз пробуем. Так, давай. Знаешь что? Давай мы это дело деактивируем все, смотри. Попробуем с нерабочим повзаимодействовать. Так, тут у нас... что? Тут у нас просто кабель идет, да, сюда? И все. Вот здесь у нас есть кабель. Хорошо. Теперь. Твою мать, а? Ну ты посмотри. Надо было его просто остановить и убрать эту трубу. Ох, как же меня накаляет, когда мы с тобой думаем все правильно. Но подход у них здесь немножечко своеобразный сделан. Да, все работает, твою мать, сейчас разгонится. Ведь изначально так ведь и думали, помнишь? Говорили, вот смотри, труба лежит, убери эту чертову трубу. Все, отлично, заходим. Ладно, не проблема, ничего страшного. Немножко потупили, это хорошо. Это нам позволяет, видишь, делать какие-то небольшие выводы с наших затупов. Точнее, хрен знает, какие тут выводы. Думаем-то мы с тобой ведь правильно. А затуп у нас идет в плане реализации только. Давай. Так. Нет! Что это было? Нет, твою мать, мы улетели в шахту, надо было повнимательней. А, нет, смотри, это нормально. То есть, ну, видишь, да, собственно, видишь, что здесь происходит. Я же тебе говорил, так оно и есть. Мы сидим где-то у нас в каморке, в четырех стенах. И все это нам мерещится и кажется. Ну хорошо, пойдем. Почему нет? Ну это не страшно. Батарейки у нас еще... батарейки у нас с тобой еще есть, поэтому... будем пока светить нашу дорогу фонарем. Хорошо, хорошо. Свет. Какая будет? Так, смотри, ну у нас есть какой прогресс? Мы вернулись опять к самому началу, где мы и были, да? Но игра-то у нас продолжается, да? Я надеюсь. Я надеюсь, не все же сначала мы начали с тобой? Нет, смотри, все нормально, продолжается. Я уж что-то, знаешь, было перепугался, что мы с самого начала начали играть. Так. Так. Не, ну здесь мы точно с тобой не были. И у нас фонарик с тобой есть, правильно же? Что-то просто у меня такое чувство, что
я там зафейлился, упал, да, и мы с тобой с самого начала начали играть, и я такой как дебил снова сижу, такой, уху, все сначала. Не-не-не, нормально, смотри, вон царапины. Все хорошо, не паникуем. Мы и так тихо себя ведем. Так, ништяки срочно собираем, есть? Как, это целая упаковка всякого говна и них ништяков наших. Так, смотри. Здесь мы с тобой точно еще не были. Так, что у нас тут? Мега цемент, наверное, да? Его опять немножечко штырит. Хорошо. Это что? Это кто? Это где? По звуку, знаешь, какая-то собака здоровая. Тихо, тихо. Ну, откройте, пожалуйста. Пожалуйста, я вас прошу, откройте. Откройте. Ну же. Нам сейчас люлей дадут, откройте, пожалуйста. Ну, дверь. Дверь, давай сим соловьем, ну. Что там еще-то надо? Гора, откройте, пожалуйста. Твою мать. Эй. Хороший песик. А у меня есть для тебя сюрприз. Песик. Дверь открылась, нет? Ну, я думал, по звукам, мало ли. Ты где? Good doggy. Окей, окей. Мы все с тобой поняли. Откройте дверь, пожалуйста. Нет, я не хочу туда идти, нет. Хороший песик. Хороший песик. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 не агрессируй. Что здесь происходит-то? Ну же, ну же! Откройся, пожалуйста. Пожалуйста, куда-нибудь. Что за хрень-то? Не, давит она, конечно, жесткая на психику. Откройся, пожалуйста, что-нибудь куда-нибудь, дайте нам пройти, твою мать, а? Я не хочу, это лучше мне, help me кто-нибудь. Баба, хватит орать, приди, помоги нам лучше. Она сейчас покусает какая-то псина здоровая. Так, давай таблетку схаваем, у нас две есть. Уйди! Уйди, твою мать! Уйди! Отстань! Нет! 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 Отвали нахрен! Твою же ж мать, а! Схавали таблеточку. Я надеюсь, это так по сценарию задумано было, да? У нас есть фонарь? У нас есть фонарь, но у нас нихрена больше нет. Давай юзать зажигу. Так, наша любимая палата. Наш лес какой-то чудной. Чего? Слышал, да? С калаша, по-моему, кто-то стрелял. У нас с фонарем беда, у нас не осталось этих батареек. Ладно, 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 не пропадем сейчас, все нормально будет. Хорошо. Хорошо, все хорошо. Все у нас с тобой будет хорошо. Не паникуем. Дверь, пожалуйста. Отлично. Где куртки? Ну, хоть ботиночки есть, ладно. Так, давай почитаем записочку, возьмем. Что у нас тут? If you're reading this note, it means I wasn't able to come back for my supplies, and you found them instead. It means I failed to escape. I'm not sure exactly what's going on in this place, but I found out today my sessions are starting tomorrow. I'm so afraid. I saw what happened to the others. I stole these supplies. A flashlight, some food, and a key card I found. The key leads to the cell blocks. That's where they're taking me. Please help me. Find me.
Так, ну смотри, баба спасается здесь с таким же набором, как у нас. То есть она нашла немножко еды, немножечко... Ой, не, немножечко говорю, а один флешлайт у нее, судя по всему, был. Немного еды, пилюли, и она просит помочь ее найти. Хорошо, собака. Я все понимаю, но нам бы самим бы как-то свою задницу спасти, да? О-хо-хо-хо. Роскошные хоромы. Так, а что это такое? Давай попробуем и занем. Что это? Какую-то мы хрень нашли. Ты знаешь, меня очень смущает то, что... Раз эта хрень 10 штук, то это, наверное, нам восполняет здоровье, а следовательно, значит, нам будет наноситься урон. Так, смотри-ка. Столовка психбольницы. Хорошо, хорошо. Так, что у нас тут? Тихо, давай глянем. My sessions weren't going well, and then they brought me down here. It's dirty and cold. I'm afraid. I haven't seen anyone else. I hear them though, screaming from the other cells. I'm trying to stay strong. I keep telling myself that I just need to make it one more day. I'm so hungry. We get a single meal a day if we're lucky. On the bad days, he brings me my food and eats it in front of me. He likes to touch himself when I cry. Так, ну короче, смотри, она напугана, она голодна, сидит одна, пытается прожить еще один день, при удачных условиях она пытается послать кому-то там сигнал, и хочет, чтобы ее наконец-то спасли. Она типа себя, говорит, я, говорит, как это, трогала, не трогала, наверное, себя, обняла и сидит, ноет там где-то у себя. Окей. Хорошо, не вопрос, не вопрос. Сейчас мы тебя тогда найдем. Вдруг она еще здесь, тогда это наш шанс дать отпор этим уродам. Вдвоем-то людей раздадим. Что-то меня очень смущает. Развитие вот этой локации, она очень похожа на то, что мы получили людей в прошлом. Так, спокойно, спокойно, записочка. Нет, нет, уйди, уйди, твою мать, на фонариком, уйди, 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 собака. Тихо, тихо, тихо. Делать что? Налево. Тихо, тихо, без резких движений. Ты же нас не видишь, правда? Твою мать, а? Ты посмотри, какой ублюдок, а? Твою мать, он застрял, что ли, да? Или скрипт не сработал, или в чем прикол? Успеем здесь, успеем. Нет, 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 отстань, отстань. Слышь, а? Твою мать. Ну, хоть успели подобрать что-то там. Хорошо. Поджигаем. Давай, ну, зажига работает. Так, все у нас на месте, значит, это так нормально. Твою мать, даже не дали нам записку посмотреть, а? Ну, это вообще нечестно. Хорошо. Ищем тогда поцарапанную комнату. Есть такая здесь? Что такое? Тихо, 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 все нормально. Не паникуем. Нет, туда поцарапанной комнаты, хорошо. Пойдем тогда сюда, наверное. Так. А, так нам вот здесь люлей дали, все нормально. Все хорошо, не паникуем. Такое ощущение, что мы, знаешь, перебегаем по этим... По воспоминаниям психов от одного к другому, да? Ну, типа, того загасили, дальше, что вот этот видел, следующий из камеры сбежал. Может быть такое, как вариант, я предполагаю просто. Ну давай же, твою мать, что делать-то? А, так наверх пойдем, что мы? Мы не тупим, погнали наверх. Так а мы здесь с тобой тоже уже были не один раз.
Закрыто это дело? Закрыто? Закрыто? Ага. Ага. Так. Так. Есть что полезного? Есть записочка. They put me in the short room. Kane let me keep my notebook. He let me have it on the condition that I would smile while he beat me. He did more than beat me. I can't do this anymore. I want to die. I just want to be in his arms again. Воу-воу-воу. Еще одна записочка, так. St. Patrick's Day was yesterday. Stole a sip from the cabinet in Doc's office. Good Irish whiskey. Burned my throat and reminded me of Dublin. I get irritated. Doc never asked me to play chess, just the new blood. He even gave him a gold watch and told me to leave him alone. Хорошо. Праздничек с Брита... Чего? Это что такое было? Ты это видел, да? Я тоже это видел, я охренел. От того, что сейчас произошло. Нифига себе нас отбросил. Хорошо, хорошо. Будем надеяться, что это так и должно быть. По скрипту. Отбросило за 3-9 земель нас. Так. 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 Так и... Так, это дело у нас открывается? Открывается это дело, хорошо. Ой, не, ну снова, смотри, нас сейчас опять зажмет этот ублюдок сзади, подойдет? А, нет, мы успеем. Все, успели. Давай, давай, закрывай. Закрывай. Да закройся, твою мать, а? Я тебя прошу. Хорошо. Привет. Опа. Угу, хорошо. Так, нет. Не вариант. Что такое? А, по кругу пробежали, хорошо. Хорошо, погнали дальше. Так, что-то новенькое, смотри. Так, ну что ж, неплохо. Управляющая комната. Что-нибудь можем юзануть, нет? Cargo Bay. Сейчас мы, короче, энергию подали в Cargo Bay. Хорошо, таблетки есть, надо принять парочку. Окей. Теперь что нам? Давай, ну. Закрыто. Теперь нам нужно найти, что такое у нас Cargo Bay здесь. Так, ну смотри, они все боятся этой шорт-румы. Хорошо. Нет. Так. Тут у нас ничего нет. Так, давай сначала сходим вот сюда. Мне интересно, что это такое у нас здесь. Вот это вот. Это типа элеватор такой, да? Ну, лифт в смысле. А, так питание не работает в любом случае. Хорошо. Хорошо, пойдем. Так. Ага, как оригинально, да? Опачки. Нет, нас так просто не проведешь, хорошо. Не-не-не, мы еще раз спустимся сюда. Не-не-не, так дело не пойдет. Опа, смотри-ка. Что-то новенькое. Так, записочку возьмем. Отойдем в сторону куда-нибудь сейчас ее, подожди.
I hate the English. Now this Dr. Post is from London, thinks he's better than all of us Irish. I'll piss in his coffee and watch him drink it. Хорошо, это понятно. Чё такое? Так, эта дверь открывается? Нет, нет, не подается. Хорошо. В воде нет какого-нибудь электричества? Сейчас наступим, нас убьет, не? Нормально. Так, это дело мы можем открыть? А, бессмысленно, там ящики. Так, у нас есть, видимо, контрольная панель от этого, да? От элеватора. Хорошо, это очень хорошая вещь. Поскольку мы с тобой уже видели, где ее можно применить. Ага, понятное дело. Хорошо, здесь у нас что? Так, ничего. Давай-ка вниз сходим. Чем ниже, тем лучше. А, мы с тобой здесь были как раз. Вот наш элеватор. Отлично. Давай ее за ним попробуем. Давай, поехали. Здравствуйте. Вот это сейчас нежданчик был. Твою мать, а? Вроде ничего не сделали, а так крипово. О май гад. Ладно, будем надеяться, что мы куда-то выезжаем. Музычка у нас позитивно началась. О-оу. Нет. И снова welcome to театр, да? Ну хорошо, пойдем, пойдем. I have found you once again, my boy. Or you have found me. My haven is yours to hide in. It is my turn. It is. But you must move quick. I'm trapped. Then find a better place I cannot see. Knight to b5. Chess is a game of seeing the whole board. Avoid your enemy and strike him when he least expects it. The castle is on the move. Rook to d5. Check. You're setting me up. And you talk when all should be quiet. Play. Забавно. Так. У нас одни 456 комнаты. 456, мать его, комнаты. Так, давай-ка какую-нибудь комнату на превьюшку забацаем. Вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас поровнее будет. Вот, 456 комната. Так и назовем. Хорошо. Так, ну сейчас мы эту паскуду найдем. Он нас просит продолжить поиграть с ним в игру. И найти, где он спрятан, ублюдок этот. Хорошо, сейчас мы тебя найдем. Паскуда, вылази. А мы тебя нашли, все, ты попал. Ты попал, ублюдок! Не, не попал. Ну ладно, давай посчитаем. People say the short rooms are too small, but the fact of the matter is that it's the people who are too big. People should be smaller. People have gotten too large these days. We take up far more space than we ought to. My father used to tell me that a man with a belly full of nothing was a man with a soul full of nothing. This is more than anyone could need. Ну вот этот ублюдок. I stole a pack of gum once, when I was 9. I never told anyone, but I know that they know. All is forgiven in this room. All is forgiven here in Hector. I'm at peace. Чё-то мне не нравятся эти звуки. Очень не нравится. Ну хорошо, давай посмотрим, хрен с ним. Так. Слушай, ты чё, сам себя влюблен, что ли, мудила? Смотри, сколько своих портретов навешал, а? Еще непонятно, кто из нас параноик. Опа, опа, кто из нас параноик, да? Ну вот это мне нравится больше. Такой по стилю уже. Хотя бы. Слушай, прикольная тема, мне нравится.
Мне прям нравится. На какую-нибудь другую превьюшку пойдешь, красавец. Ты это видел? What the fuck? Там кто-то... Bomb has been planned делает. Тихо. Нет, нас здесь нету. Красавец. Твою мать, а? Да нет у нас здесь. Исчезни. Пожалуйста. Все, хорошо. Тихо. Нас тут нету. Хорошо. Это работает. Твою мать, это кто такие-то? Тихо. Спокойно. Так, а где этот? Который по центру был. Слушай. Твою мать, нет. Не ходи сюда, пожалуйста. И уже ж мать, ну. Сейчас здесь выйдет, наверное, да? Собака, нет. Пожалуйста, нет. Тихо, он нас не видит, хорошо. Тихо. Так, отлично. Твою мать, тупик, а? Тихо. Крадемся. Как шкуры последние, крадемся. Но это наш шанс выжить. Побежали. Беги. Все, выкусили, да? Тихо. You are safe. We shall end this dance and one will fall. Тихо. Что значит you are safe? Я ни хрена не safe. Этот мудак сюда идет. Ой, safe-то. Тихо, не подходи ко мне. Уйди. Изыди. Он вооружен. Это что такое? Это мне? Ты серьезно? Можно взять? Это волына, ты серьезно? Давай! Револьвер! Все? А ты что такой высокий? Да я тебе в пупок дышу, смотри. Слышь? Ну ладно. Пойдем, хорошо. Ух ты! Пока, мудила! Давай куда-нибудь. Давай на четвертый этаж поедем. Тут, правда, большой выбор, конечно, но я думаю, четвертый будет для нас самый подходящий. Возьмем четвертый. Твою же ж мать. Мы снова в больнице. Какого черта? Ну, хотя бы так, да? Ладно. Хорошо, друзья мои, давайте мы здесь сделаем небольшой перерывчик. И будем уже искать наш выход в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Если вам нравится, не забываем поддерживать и ставить большие пальцы вверх, оставлять комментарии и подписываться на канал. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего, друзья мои. Пока-пока. Хе-хе-хе.